А почему мы несем убытки, если они сами не хотят прекратить свою войну? Почему мы не торгуем с агрессором, если они торгуют? Обратите внимание на поправку Геруса, да, по энергетике. Мы с вами уже тоже это неоднократно рассуждали. Мы почему-то не можем напрямую покупать газ у России, у «Газпрома». Покупаем через прокладки, и он в результате на $100 дорожает. Но мы напрямую можем покупать электроэнергию, убивая две свои отрасли, которые являются бюджетообразующими. То есть политика двойных стандартов никуда не делась. И это прекрасно видят все наши политические партнеры, все международные представители, да, в том числе входящие в нормандские форматы. Они не понимают, почему они должны терять из-за Украины.